Всем привет! Мы хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор 8-го, 7-го каталога Faberlic. 3 недели он будет, все нормально в этом плане по срокам. Оставлю вам отзывы на новинки, которые были в предыдущем заказе, VIP-новинки 7-го каталога. Итак, поехали! Парфюм этот уже был доступен випам давно, пробник мне не понравился, совершенно разносил его, он мне в каких-то нотах напомнил Элисар, а мне он почему-то стал противен, поэтому нет, брать, естественно, не буду. Вот пробник за 50 рублей можете взять, сами потестировать, понять, надо вам оно или нет. В этом каталоге мы с вами будем тратить купоны на один товар, один купон со скидкой 50%. Выгодно брать то, что редко бывает в каталоге со скидкой. Допустим, редко бывает скатка Асиул, вот ее выгодно взять по купонам. А так некоторые товары и так бывают часто со скидкой 50-60% в каталоге, и нет смысла. Будем смотреть, в последнее время компания чудит, возможно, по купонам будет больше балл, нежели без них. Вот тоже такое было, и поэтому заказ получается более выгодный. Допустим, если вы делаете 50 баллов или 100 баллов, будут участвовать уход за кожей, уход за волосами, гигиена, парфюмерия, декоративка, ароматерапия. Скидка по этим купонам от черной цены, кто не знает, кто недавно в компании, да, вот цена у нас красная, не от нее будет скидка 50%, а от черной, то есть от черной цены 50%, здесь 600 рублей у нас, минус 50, 300 рублей, то есть по купону будет на рубль дороже, чем без него, да. Поэтому на это обращайте внимание. Так, поехали дальше. У нас снова в каталогах серия лето, и будет вот такая новинка, сыворотка для лица, антивозрастной уход. Я брать не буду точно, девчонки, потому что идеальное средство SPF для себя нашла, и это не Faberlic, они мне очень тяжеловаты на лето, поэтому мимо прохожу. Для тела, возможно, потом, если куда-то соберемся, обязательно прикуплю, потому что защищает действительно классно, у меня с ними семья не обгорает, я могу и без них обойтись, а вот дочь и Женька, они прям обгорают очень сильно. Карбокситерапия, смотрите, неплохая цена, 2 шага 699 рублей, маска отдельно 379. Вот, можно взять, смотрите, по купону карбокситерапии, если она будет туда входить, в списке продуктов, которые входят, мы с вами увидим непосредственно, когда начнется каталог, то 1000 разделить пополам 500, а маска 500 пополам 275, плюс скидка консультанта, то есть выходит достаточно выгодно. По поводу кислородного бальзама, классно, супер, удобно, здорово. Маленький такой формат тоже, если в отпуск собираетесь, или взять с собой, допустим, когда идете там, на природу, на шашлык, в лес и так далее, и кто-то покусал, хорошо очень звук снимает, мне в этом плане нравится. Гиалуронка на лето тяжеловато, поэтому пока пролистываем ее. Наклеечки, маникюр по крему для ног. Я брала только снятие усталости. Он классно охлаждает. 13,85 артикул. Вот этот вот сиреневый действительно классно охлаждает. Понравился, работает. Ничего плохого про него не могу сказать. Поэтому по 99 рублей взять вообще шикарно. Два продукта можно. Желтые ценники у нас с вами, да? Для спорта снова все появляется. У нас есть вот такая нейроскакалка. Кстати, до сих пор дети в нее играют. Играют с превеликим удовольствием. Но поговаривают, точнее, я даже видела, что Фикси такая же стоит дешевле. Очки. Несколько у меня есть из этой коллекции, но вот хотелось новых, думала, что выпустят какую-то новиночку, но, к сожалению, нету, очень жаль. Я прям ждала, очки люблю, очки всегда ношу с удовольствием, но ничего нового компания нам не предлагает. Будет вот такой формат дорожной кистей, набор для путешествий, смотрите, тоже достаточно удобный очень формат. Я возьму, скорее всего, а вот сумка пляжная с термоотделением. У меня есть предыдущая сумка, которая тоже типа термоотделения имеет, такая бирюзовая. Она в разделе спорт. Не знаю, есть сейчас она или разобрали уже все. Классно. Вот с ней мы ездим летом всегда на пляж, на пруд и так далее. Эта сумка, я думаю, тоже будет удобна. Единственное, мне не очень нравится, что она прозрачная. А так все отлично. По мисс Скини девчонки до сих пор задают вопросы, что хочу сказать. Такая достаточно легкая, но не совсем бюджетная линейка. Ну, вот наборы, смотрите, бюджетно выходят. У меня совершенно не тянется рука к дневному крему, потому что он мне тяжеловат. У меня совершенно не тянется рука к крему Blur, который дороже всех стоит. Потому что мне не нравится его оттенок, мне не нравится вообще, что он с оттенком. И он не блюрит, он больше похож на BB-крем Вербена, если честно. Вот. Не знаю, сыворотки классные, легкие, на лето можно брать вполне себе. На ночь ночной крем мне тоже очень нравится, вот прям сейчас с удовольствием его добиваю. Это питание легкое, увлажнение легкое, все. Допустим, если говорить крем куркума,
серия даже, она гораздо больше мне нравится, я от нее вижу эффект. Да, здесь просто вот как бы увлажнение, ничего больше не вижу, ничего не могу сказать. По поводу Омега Хит, эта линейка действительно стоит внимания, мне кажется, даже больше, чем вот Мисс Скинни, на мой взгляд, потому что как-то вот все поинтереснее на самом деле. И дневной крем мне вот сейчас на погоду там 15-20 градусов совершенно не тяжелый. Моя кожа его прям с удовольствием съедает. Тоник хороший, базовый тоник. И прекрасная умывашка просто. Смотрите, будут наборы по приятным ценам. Можно взять умывашка вообще до скрипа. Вот как бы серия куркума. Единственное, у меня тоже к дневному крему не тянется рука, потому что там тоже есть SPF, и он мне тоже тяжеловат. Тяжелый SPF, хотя всего лишь 15. Крем для кожи вокруг глаз и сыворотка. Ну, они классные, они действительно классные. Ночной невероятно крутой. Вот после него с утра кожа вообще, да после нанесения она сразу практически как бархат. У кого жирные кожа летом, присмотритесь к линейке кислородный баланс. Ночной крем увлажняет, дневной крем матирует. Базовый уход, который чудес вам тоже не сделает, но тем не менее он действительно матирует и достаточно легкий. Вот скатка, смотрите, она у нас редко бывает со скидкой 50%, ну так же, как и пенка, вот редко прям. И 900 пополам за 450 рублей, а в каталоге 599. То есть вот эти продукты по купонам можно посмотреть. Так же, как и гиалуроновый гель алоэ вера на лето, замечательно. Но берем прям граммулечку, если переборщите, будет липкость. Та же самая история. Патчи. А пополам у нас с вами будет 850 рублей. Тоже нормально. Кто в VIP-программе не участвует, не может их взять подешевле, то патч. Если, опять же, эти продукты будут участвовать в акции с купонами. И кушон 2000 пополам за 1000 можно взять. Поэтому надо смотреть, надо выбирать, что действительно выгодно. Кушоны вообще со скидкой не бывают, мне кажется, никогда. Да? Их вот как раз, если кому-то очень хочется, кто не пробовал, а я прям рекомендую, это единственный тональник, которым я пробую, самый любимый, самый идеальный, самый крутой. Вербена по желтым ценникам. По поводу бальзама классный, действительно, на себе попробовала, на Ксюшке очень классный. Классный, хороший бальзам, увлажняет здорово, оттенка никакого он не дарит. Действительно, такой приятный запах апельсинчика, поэтому очень хороший, годный бальзам, прям у кого сохнут губки. Или деткам тоже так побаловаться. Вкусненько, присмотритесь. Приятно удивил шампунь, бальзам 2 в 1, защита солнца. Уже 3 раза мыла голову. Зуда не возникла, не появился. Он маленький, 150 мл. Обратите внимание, здесь есть в составе УВ-фильтр. Это лимитка. Скорее всего, сейчас разберут, и все, и больше не будет. Мне понравился. Он, знаете, такой вот по консистенции похож на шампунь Pantene Pro-V. То есть он такой... Не знаю, силиконистый, не силиконистый, составы не изучала, но вот похож очень на силиконистый шампунь. И он действительно шампунь-бальзам, после него волосы мягкие, а рука в волосах не запутывается, и даже на мои поврежденные волосы не требуется ни бальзама, ни маски, ни смывашки. Я могу просто им помыть, посушить волосы, и они будут выглядеть достойно. Никакой пушистости, ничего, поэтому, вот знаете, прям понравился шампунь, хороший. По поводу мыла, ну мыло как мыло, я отдала его свекрови, потому что ну, не пользуемся мы твердым, оно у нас просто вот залеживается, да. Мыло как мыло, одушки приятные, ничего плохого сказать не могу, они маленькие, прям совсем маленькие, на ладошку две штучки вмещаются свободно. Смотрите, кто пользуется, можно, конечно, попробовать. Вот буду запасаться лакрем, хотела в прошлом заказе взять мицеллярный. Но не было его на складе. Вот очень хочу прям запастись мицеллярным, перелить его, у меня есть литровая такая бутылочка беленькая, прям взять штуки 2-3 себе туда перелить. Какие 2-4 можно смело брать. Перелить и пользоваться. Вот в последнее время не хочется каких-то отдушек ярких. Персик, ботаника. Не хочется. Хочется вот что-то такое кремовое, нежное, без отдушек. У нас будет любая пачка прокладок за 166 рублей. То есть, смотрите, это не то, что вы купите 2 и вам третью в корзину положат. Это просто по 166 рублей будет каждая пачка, если вы берете 3. Да? Поэтому обратите внимание, акция классная. По поводу новинок Store d'Amore, крем-уход для интимных зон и спрей вуаль. Хорошее средство, ничего плохого сказать не могу, пользуюсь и тем комфортно, раздражений нет, все хорошо, все замечательно, запах приятный, все классно. А вот этот пробиофил, пробиофул,
наверное, читается, да, про Биофул, да, взяла, идет мне заказ уже, вначале не было для VIP-консультантов этого БАДа, сейчас появился, взяла, хочу попить, посмотрим, профилактика дисбактериоза, восстановление микрофлоры, иммунокоррекция, у нас вообще иммунитет весь из кишечника идет, и при недостаточности витаминов В, С и К. Классно. Куркуму заказала тоже вторую баночку, девчонки, вот. Куркумин, потому что почитайте в интернете, от чего вообще куркума, она ото всего. Здесь хорошая концентрация, пью в завтрак по две штуки, пока первую баночку, и хочу вторую, потому что, ну не знаю, чувствую себя хорошо, как-то бодро, все здорово. Куркума вещь, ну вообще на самом деле, очень-очень крутая. Здорово, что компания выпускает такие БАДы, вот две новинки, вот эти прям очень заинтересовали, и с удовольствием буду их пропивать. Так, дальше. У нас с вами вот такие весы кухонные. У меня есть, которые я бесплатно совершенно получила от Китфорд. Они за отзывы их дарят. И, конечно, за такую сумму я их брать не буду. А кто следит, кому надо измерять. Дизайн вообще красивый. Вот мне прям под кухню они подошли бы, да, красиво. Но я ничего никогда не взвешиваю, девчонки. Всегда привыкла готовить на глаз. Поэтому у меня и те-то валяются без дела. Поэтому, конечно, я брать не буду и эти. Тратить на них деньги, считаю, ни к чему. По поводу тряпочек. Да, действительно, вот эта вот голубая салфетка, она за какие-то заусенцы цепляется, совершенно неприятно в сухом виде. Но в мокром она, девчонки, просто изумительна. Вот классная, классная, класснючая. Прям супер, нравится, возьму еще. Вот эту губку тоже буду брать еще обязательно. Я не стала ей чистить посуду, потому что мне там особенно нечего очищать. Но вот крышки сегодня буквально попробовала, который прозрачный, сковородок. Очень классно. А еще вчера буквально выкладывала ролик на Дзене, где раковину очистила. У меня там была полоска водяного налета, которую не убирала ни одно средство Faberlic для духовок и плит. А вот эта губка справилась. Даже можно без средства. Поэтому вообще супер. Вот раковину, если у вас такая металлическая раковина, для раковины вот эта губочка, она классная. Она действительно маленькая, но все нормально. Она кажется сначала очень-очень сильно жесткой, потом размокает и нормально. Пользоваться очень удобно. Очень хочется попробовать вот эту новинку, девчонки. Это у нас с вами паровая расслабляющая маска для глаз. Там их 5 штук. Рассчитана на одноразовое использование. Нетканный материал, активированный уголь, порошок, железо, вода, эфирное масло полыни. Смотрите, спа-терапия снимает напряжение, усталость перед сном, да? Улучшает циркуляцию крови, увлажняет кожу, разглаживает морщины. И цена вопроса за 5 штук 299 рублей. Вообще классно. Ни о чем цена, хочу я вам сказать. Поэтому будем брать. Мне прям интересно. При взаимодействии с воздухом маска нагревается до комфортных 40 градусов. Это приводит к образованию мягкого пара и создает эффект паровой бани. Вон оно как. Представляете? Снова в каталоге нам пишут. Смотрите, гелевые подушечки для обуви, универсальные полоски для задников, чтобы не натирать, межпальцевый разделитель. У меня есть вот такие от Faberlic. Подушечки на стопу и подушечки под пятку, по-моему, у меня тоже Faberlic, или я ошибаюсь. И еще в этой же линейке Activity, смотрите, выходит охлаждающий гелевый пластырь для тела. Состояние при жаре головной боли, защищает от теплового удара, облегчает состояние при солнечном ожоге, освежает во время занятий спортом, на пляже, при работе за компьютером. Здесь у нас тоже с вами 5 штук вот таких вот пластырей. Тоже возьмем, конечно, попробуем. До 8 часов прохлады. Круто, круто, круто. Круто, все возьмем, попробуем. Так, ну и подарок за регистрацию будет классный. Это то, что всегда нужно. Это стиральный порошок и пятновыводитель. Подарок хороший. Кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать. Ну, на этом все, мои хорошие. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.